категорически отрицательно. Конечно. Потому что мы деньги платим, платим. Они, видите, говорят, поэтому с какой стати это? А почему вот мусорка стоит, которая возле школы, вот там, там дома вокруг, почему вы ту мусорку не демонтируете? Почему? Которая во дворе именно стоит? Да, там что творится, родничок. Возле школы, почему-то это ваша, эта мусорка вас не интересует. Вас интересует только эта мусорка, потому что межведомственные разборки. Потому что сейчас у них идут разборки. А там будет то, что вот это все поле будет заложено мусором. Все. Кучи, без всякого контейнера. Будет без контейнеров. У нас сейчас эта мусорка нас устраивает. Мусор сейчас более-менее стали вывозить. Все равно лучше стало. А было плохо вывозили. Это только ихняя вина. И потом, а то, что будут машины ездить, это нам ситуацию не изменит. Я вам вот поясню. Также будут ямы, как было раньше. И будут туда все бросать, и будет это все разлетаться.